Рано утром одним из первых проголосовал губернатор региона Александр Жилкин. Он пришел на избирательный участок, который находится в консерватории. Вместе с ним в число первых попали еще не менее 20 человек. Очередь образовалась до открытия участка голосования. Ну, я с хорошим настроением пришел, но неожиданно здесь даже целый оркестр играет. Это, наверное, настроение дополнительно создает. А так, вообще-то, конечно, это важнейшее событие для нашей страны. И в некоторой степени люди идут сейчас и поздравляют с праздником друг друга. Действительно праздник, потому что мы выбираем руководителя страны, основного действующего лица, от которого зависит поступательное развитие и государства нашего, и, конечно, каждой территории в отдельно взятой, а в целом всей нашей любви страны, поэтому с удовольствием. Я думаю, что и все астраханцы покажут свою активность. Ну, а мы, наша задача, это чтобы функционировало хозяйство сегодня, чтобы все было спокойно, нормально, ходил транспорт, у всех были жилищно-коммунальные услуги и не более.